thank <laughs> you Дальше. Сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Деяния. Книга Деяния. Глава 3. Глава 3, стих 19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Еще раз. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились, загладились грехи ваши. Да придут времени отради от лица Господа. И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Он повторял это много раз. Много раз. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. А наш царь Соломон молится за Израиль. Он это видел, потому что наши Бог показали его это. Наши Бог показали его, что, что Израиль люди будут в, в, в будущем. И Соломон, когда он это видел, он молится для нас. Он молится для нас. Сейчас мы открываем третий царь. Глава, глава, 8, стих 46. На английском это первый сарзв. Первый сарзв, глава 8, стих 47. Нет, стих 46, извиняюсь. Стих 46. Когда они согрешат при тобою, ибо нет человека, который не грешил бы. И ты прогневаешься, и ты прогневаешься, на них и предашь их врагам. Книга 1 Сарс, глава 8, стих 46. Это царь Соломон молился это к Богу. Когда они согрешат при тобою, значит, что когда мы согрешаем при нашем Боге. Ибо нет человека, который не грешил бы, тоже я, я грешил наш Бог. Все люди, наши люди уже наручили его законы. Дальше. Ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и, пленив... и пленившие их отведут их в неприятельскую землю.

В земле Африки. Значит, что оригинальные Израиль люди они черные люди. Но они это изменили на карте. Они изменили это на карте. Но это неправильно. Это неправда. Еще раз когда они согрешат при тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие от, от и, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую в Африку, в Европе или близкую в Азию или в Америке. И когда они в землю, когда мы будем в этой земле, где мы будем в разве. Или где мы будем жить, потому что, или, например, есть наши люди в России, они а наши люди. Да, вы можете сказать, мы сейчас не в разве. Мы сейчас не в разве. Мой папа, он черный. Спросите его,

тяжело для них, потому что они черные люди. Это проклятие от Библии для вас. Бог сказал, наши люди, где вы будете убежать, что вы будете жить легкие жизни. Мои проклятия на тебе будут там с тобой. Все вещи будут тяжело для вас там. Остальные люди будут смеяться на тебе. Например, белые люди, они смеются на наши люди в России. И они мочекаются мочекают на наши люди. И они все говорили очень плохие слова на наши люди. Но вы не будете сказать правду, что это правда. Потому что вы любите ваши враги. Вы не хотите помнить или понимать, что эти люди, они ваши враги. Наш Бог это сказал. Они наши враги. Нет, у меня есть много белых людей, которые мои люди. Они очень хорошие люди. Библия сказала, что наши враги будут хорошие для нас. Но это не значит, что они хотят, что все будет очень хорошие для нас. Бог никогда не хотел, что мы, извиняюсь, Бог никогда не хотел, что мы будем с ним на все, Да, мы можем работать с ним, это не проблема. Но отмечать праздники, молиться вместе, жить вместе – нет. Бог сказал, что Он это не любит. Еще раз. И когда они в земле, когда наши люди в земли, где наш Бог бросил нас, в которой будут находиться в плену, в плену, в рабство. Войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земли, пленивших их. Если мы будем, пока, если мы будем покаяться и, и обратятся от наших греков, и будут молиться к нашим Богам в земле пленивших наш, пленивший наших, или говоря, или говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы вновь. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душей свою в земле врагов, в земле врагов, в земле врагов, остальные народов. Они наши враги. Я знаю, что вы не хотите слышать это, но это правда. Если вы не хотите слушать сейчас, вы будете слушать, когда Иисус Христос будет здесь, а тогда это уже будет очень поздно. Уже будет очень поздно. Вы будете умирать вы будете убирать, он будет наказать тебе. Если, да, сказать, что они наши враги, значит, что это значит, что мы будем ненавидеть их. Нет. Это значит, что вы должны увидеть их как наши враги. Но, но вы только можете работать с ними. И все. Вы только Можете работать с ними. И все. Молиться вместе в церкви? Нет. Потому что наш Бог, это только для наших людей, не для всех людей. И это, и это все от Библии. Вы будете думать сейчас, что я расист. Нет. Что Бог сказал, я буду сделать. Я буду слышать. Он сказал, что Он Sós dar-se-á lúdi, dá. on vibra israeli ludi, glia se On vibra israeli ludi, glia-se-bê. Dalsho. Ixoros. Stik sorak vosim, Treti sazvo. Glava vosim, Stik sorak vosim, Iri pervi sazvo. Glava vosim, Stik sorak vosim. И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душей свою в земли врагов, которые пленили их, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своим, которую Ти дал отцам их, к городу, который ты избрал и к храму, который Я построил имену Твоему. Тогда услышите с неба. Соломон сказал Бог, пожалуйста, тогда услышите, услышите им. Услышите их с неба. С места обратно. Извиняюсь. Соломон сказал, что тогда Бог, извиняюсь, услышите с неба. Услышите им от неба с места обитания Твоего молитву и прощение их, и сделайте, что потребно для них, и простите народу Твоему, простите Израиль люди. В чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и вас сострадание к ним в их, чтобы они были милосви к ним. Чтобы они были милосви к ним. Это что наш царь, царь Соломон, молился при нашем Бог, что он будет, что он будет простить наши люди, когда они будут в плене. I'm a junior, sound art you. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.